И вновь улица Ленина, и вновь в негативном свете. На минувших выходных наша самая красивая улица в Европе, как ее называли чиновники, упоминалась совсем по другому поводу. Уже третий по счету люк из расположенных здесь провалился, ушел в никуда. Вот такое вот оно наследие. Наследие большого ремонта, случившегося в аккурат к 450-летию «Орла». Тогда наша Ленинская кардинально сменила имидж. Ушло на такое преображение более 50 миллионов рублей. На выходе должна была получиться не улица, а песня. Здесь не надо спешить, здесь надо сделать главное качество. Потому что начнем спешить, начнем торопиться, все, где-нибудь обязательно что-нибудь, да будет сбой. Сбой будет в качестве, это допускать нельзя, потому что гарантийные обязательства у подрядчиков очень высокие, от 5 лет. Отгремели торжества, и улица постепенно начала сбрасывать с себя временную праздничность и псевдовеликолепие. В прошлом году и год назад было то же самое. Люди жаловались и ничего не сделали. Мне кажется, ничего не сделают. Власти наши бесполезны. Конечно, неприятно. Нужно что-то делать с этим. То есть ремонтировать, уделять этому больше внимания. А на минувших выходных провалился люк в конце улицы, возле информационных стендов, с основания которых любила прыгать малышня, прямо на исчезнувшую в недрах крышку. Соцсети запестрели перлами от горожан. Видимо, в городе зло, если черепашки-ниндзя покинули логово. И кто знает, сколько еще таких порталов откроется на самый красивый. А если не люк, а прямо посреди пешеходной зоны, под людьми, детьми. Правда, рано или поздно всплывает, если такое происходит перед носом администрации, где заседают наши мэры, чиновники, депутаты, то что творится на улицах и окраинах города? Работы решили провести не сразу, выходные же, а утром первого рабочего дня. Вот что по телефону рассказал нам Евгений Гришин, начальник управления городского хозяйства. Мы сейчас здесь находимся. Скажите, пожалуйста, что за ситуация? Ребята тут вроде бы делают, как что будет происходить? Ну, очередной упал. Уже тут два упало, третий. Это качество ленинское. Это мы снимали в 9:30 утра, а уже в 3 часа дня крышка люка была на месте. Тут уж сразу вспомнишь, мужик сказал, мужик сделал. А вот что еще предстоит сделать на улице Ленина, видимо, покажет время. Олег Рудаков, Екатерина Федина, Андрей Борискин, Кирилл Иванов, телеканал «Первый областной».